чуваки, с вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с обалденным экспериментом под названием Ямы. Всем здорова! Ну а сегодня, чуваки, мы снимаем уже третий эксперимент с блогерскими автомобилями, который мы недавно тестировали в эксперименте «Сломанная дорога», эксперименте «Лестница». Ну а сегодня пришла очередь эксперимента Ямы, в котором у нас подготовлено ровно 16 автомобилей блогеров, которые мы будем выбирать с помощью рандома и преодолевать наши испытания. Чтобы победить и занять первое место, нам предстоит преодолеть небольшие ямки, которые с каждым разом будут становиться все больше и больше, и в конце находится самое гигантское ямище. Ну а какая ташка сможет сегодня преодолеть все ямы и доехать до самого конца и занять первое место? Давайте с вами и узнаем. Ну а я, чуваки, перед началом видоса пожелаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, кто сейчас кушает, ну и крутейшего настроения. Ну а мы тогда не будем тянуть, погнали уже выбирать блогерские тачки и тестировать на эксперименте ямы. Ну а теперь, чуваки, пришло время начинать наш хайповый ролик. И давайте посмотрим, кому сегодня какие блогерские тачки достанутся на преодоление нашего испытания. Ага. Ну и, чуваки, смотрите, у меня интересный важный вопрос здесь. Как вы думаете, сделайте свою ставку, какая тачка блогерская сегодня доедет до самого конца? Давайте дальше смотрите. Напомню, у нас было два эксперимента. В эксперименте «Лестница» дальше всех проехала тачка Димы Масленникова, вот этот маслкар. Да-да. А в эксперименте «Сломанная дорога» проехала Тесла, единственная до конца. Поэтому сегодня я лично делаю ставку, что доедет, мне кажется, ну стопудово должна Ламборгини добраться до конца и... Ага. Может быть, Мерседес Венглби, я думаю, да. Ты какую ставку делаешь? А мне кажется, BMW и, возможно, что? Возможно, все-таки Тесла. Что? Тесла? Ну, кстати, может быть. Чуваки, вот давайте так, ваши предсказания, как вы думаете, только не перематывая ролик, какая реально тачка доберется до самого конца? Вот чисто, кто угадает, тот красавчик, кто не угадает, ну, повезет в следующий раз. Пишите, может быть, BMW, может быть, Rolls-Royce. Он же вообще читерский вроде бы. Подожди. Давай проверяй. Ладно. Кто сегодня будет первый, мы спросим у Алисы по традиции. Итак, Алиса. Выбери или Джел, или Флейзен. Так, Алиса, выбирай правильно, Флейзена. Я выбираю Ильича. Кого? Кого? Ильича? Я чувствую, какого Ильича? Я не зову. Стой, еще раз. Алиса, выбери или Джел, или Флейзен. Так, Алиса, выбирай правильно, пожалуйста. Я выбираю Флейзен. Эй! Флейзен! Это ты, Ильич, это что я? Ли? Ладно, у нас 16 автомобилей, поэтому первая тачка для Паши это от 1 до 16. Так, Алиса, называй что? Давай. 4. 4. О! Угадал! Ты угадал? Как ты угадал? Это как дела? Раз. 2, 3, 4. Как дела? Нормально так. Ну что ж, моя тачка, чуваки, должна быть быстрее. Это должен быть спорткар, суперкар. Итак, ну давай, от 1 до 15. Так, я ставлю ставку, что тебе выйдет 107. Число 10. 10! Ооо, какой! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ну стой, это рекордсмен. Это рекордсмен. Что? Это рекордсмен, это не развалюха, Паша. Старая развалюха. Ладно, сверху слева появляются баллы, зато моя развалюха, смотри, как делает. Берем вот так, раз, два, три, опа! На задние колеса встаем. Давай, раз, два, три, погнали! Эй, Моргенштык против Димы Масленникова сегодня. Первый раунд! Ну-ка, у меня, в принципе, большие колеса, поэтому я буду идеально пролетать. Паша, а я быстрее тебя. До свидания! Это же маслкар! Муслкар! Это перевертыш кар какой-то! Все нормально, это меня привидения перевернули! Нет! Пока! Пипец! Да, лови призрака в этой черной если дыре! Если бы не это сальдо! Если бы не сальдо, я бы добрался нормально! Что с машиной моей стало? Нет, протестую! А у меня только синий. Сколько? Уровень! Синий! Ну это 5 баллов! Ну стой! Чуваки, вот давайте так! Вот давайте даже засчитаем, окей, 4 балла! Но! Если бы я не перевернулся, я бы долетел или нет? Проверим! Да все, раз, оправдание! 2, 3. Да не оправдание! Я говорю, если бы не сальдо, я бы долетел! Смотри, тачка мощнее твоей! Она бы долетела стопудово! Первый раунд, опа! Ну давай, нормально. Если ты опять делаешь сальдо, нормально. То все 4 второй. Балла! Ой! Ну она уже переломанная! Переворачивается! Так, нормально! Оп! Паша!
Что? Что там? Нифига себе! Чуваки, а вот это нормально! Кого? Чего? Это... Что это такое? Чуваки, мне нравится эта тачка! Давайте так, плюс 10 баллов Джеву за трюки, за трюки. Так, раз, два, три. Давай! Ну-ка, ну-ка! Ну смотри, голубую яму я перелетел, а вопрос, синюю перелетит или нет? Давай, давай, а давай, ну-ка, давай. А ну-ка, смотришь, больше 5 баллов. Ага, ага, давай! Что? Чего? Чуваки, просто нарезка в ТикТок, в шорты. Офигеть! Это что такое? Паша, Паша, у меня, походу, подвеска сломалась, она сальтухи крутит тут! Ребята, в машину привидения вселились. О, трюкальческий маслкар. Ну ладно, получается у меня. Я говорил, первую попытку мы засчитываем, это 4 балла. Но я бы, если бы не крутанул сальтуху, или 6, Паша, 6 или 4, 6 или 4? Ну давай 6. Да, 6. Все, спасибо Флейзину, вторая попытка мне помогла заработать 2 балла больше. Ну зацени, реально тачка же мощнее. Ну и переходим ко второму раунду. Чуваки, я причем знаю, кто какая тачка проедет хуже всего. Знаешь, какая? Как ты думаешь? Ну-ка. Я не знаю. Гелик? Танк! Какой гелик? Танк! У него гусеницы, он же не разгонится на гусеницах. А, реально? Да, реально, нереально. Ладно, плейте нас. Первый Ильич. Давай, Ильич, выбирай. Итак. Какой Ильич? Я не Ильич. Ну, Алиса говорила Ильич. Назови число, Алиса. От 1 до 14. Так, Алиса, называй число, давай. Ой. 2. 12. 12. Это перед 12. 5 последними числами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чью-то машину я выбираю. 12. БМВ. М3. Спортивная, гоночная. Заряженная. Ладно, смотрите. Итак, я хочу тоже БМВ или Мерседес. О, Мерс против Бекки. Алиса, число. От 1 до 13. Так, Алиса, выбирай ему танк. Надеюсь, это будет число 6. Выпало число 5. Паша! Я испугался! 1, 2, 3, 4, 5. Лампа Урус! Если бы еще одно число вправо, это был бы танк! Я бы проиграл! Ладно, Ламборгини! Погоди! А что вот такое? Это попахивает рекордом! Ламборгини Уруса! Давай, проверим! Что будет быстрее, поэтому 1, 2, 3, погнали! Ой, ладно, пропускаем вперед. Так, маленькая ямка. Ну вообще, никто в первую яму не упадет. Но по прямой моя тачка опять быстрее, Паша. Давай. Ну и что? Зато у меня тачка хорошо управляется. Оп. Просто как тузи грелку. Давай, грелка. На те же грабли не встаем, чуваки. Ты чё? А чё у меня переворачивается? Нормально. Тихо, главное не сбавлять скорость. ДПТ. Нет, скорость потерял. Давай, Рурус. Ламборгини, Ламборгини. Ламборжанер, пока. Прям на западкой в этот пиндюрился в пол. Ладно, ну как? У меня 6 баллов. Короче, если меня будет перекручивать на сальтуху, я буду останавливаться, реально вторую попытку делать буду. Опа, о, здравствуйте. Скок. У тебя 6? Шестерка, у тебя 5. Я понял. Короче, это чисто 5-й раунд. Раунд внедорожников, чуваки. Но они наравне, кстати. Нормально. Эй! 6 баллов. А, вот он. Здорово. Ну смотри, еще не выпадала ни одна машина Влада 4. Еще даже мистера Биста не выпадала. И вот этого раскраски Джела тоже. Так, интересно. Хочу БМВ. Я Ламборгини хочу. Какую? О, я... Кстати, да, я в испытаниях гонял, ну, помнишь, в гонке городской. Ага. Она мощная была. Ну ладно, Паша у нас первый, надеюсь, это будет число. 1, 2, 3, 4, 5. 5! Нет, надеюсь, число 2, либо 1. Алиса, давай, назови число ему. От 1 до 12. Так, Алиса, называй число, давай, 12. Давай. Выпало число 4. 4. Нет! Да! 1, 2, 3, 4. Подожди, это рекордсмен сломанной дороги был. Это рекордсмен сломанной дороги. Блин, я боюсь. Вот она реально может долететь до конца. Алиса, давай мне не хуже вариант. Назови число от 1 до 11. Так, Алиса, называем число 4 тоже. Кого? Число 10. Ой, это десятка. Ну, десятка. Ладно, внедорожник вроде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это трындец. Погоди, а
Тут шансы, кстати, на равных могут быть. О, Паша, Паша, зацени, зацени, какая пушка. Но у меня ускорение будет быстрее. Чего? Подожди, главное не перевернуться ей. Что за трюки? Чего? Зацените, ой-ой, арабский дрифт. Арабская ДТП. Помогите! Ну это реально торпеда, не машина, зацени. Ой, арабский дрифт, давай. Торпеда. Ладно, все, поигрались и хватит. Смотри, пару как ту сигрелку. Драг рейсинг. Раз, два, три, вставай! Ну-ка! Пока! Что? Электромотор нет, лучше! Нет. В смысле электромотор? Оп, догоняю вроде. Не надо! Давай, нормально. Догоняй! Почему? У меня каждая тачка так летает. Вот я тоже был... тут сальто кручу. Нормально. Это облегчение тачки, ребята. Дверь лишняя была. Я упал. Давай. В смысле упал? Куда упал? Ты упал? Ну вот голубой я перевернулся. Да ладно. Ну, чуваки, можно сделать, чтобы посмотреть вторую попытку на Пашу. Опа. А пока, да, я еду. Ну давай. Сколько? Ну, давай. Стой, жди меня на спавне, Пашу, сейчас прилечу, офигеешь. Жду. Вот так. Нет. Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, нет, да, нет! Почему? В смысле? Да не может быть, я не верю, что-то не так. Я не долетел. Шестерка! Да, но хочу вторую попытку, реально, вторую попытку. Надо, ребята, еще раз, там Фейсин перевернулся, я не долетел, раздолбался. Так, вот сейчас по-честному, готов? Пошел. Давай, готов. Раз, два, три, давай, погнали. Так, первая яма, ну на изи. Так, вот тут я буду притормаживать. Ну-ка, аккуратно. Я буду тоже чуть-чуть притормаживать, чтобы я переворачивался. Да. Не раздолбать тачку надо. Тихо. О, Паша! Все. Я затормозил что-то. Ладно, у тебя будет третья попытка. Ну, надо по-честному провести. Вот мне интересно, твоя Тесса долетит до конца или нет? Она быстрее меня даже. Так. Я не знаю, я еду. Все, полный газ, ребята, я приземляюсь, полный газ. Давай, на разгоне. Давай. Опа, вперед. Ну, сколько? Ну, я не знаю. Пожалуйста. Давай, лети. Нет, да нет. О, как? Я опять не долетел. Видимо, только 6 баллов. Какого фига? Шестерка. Чуваки, ну шестерка. Чисто БМ-шка шестерка. Еще хуже результат. Стой. Давай. Вот честно смотрим на Фейсина. Итак, вперед. Надо ехать давай. Аккуратно. Ну у тебя Тесла. Это, смотри, рекордсмен сломанной дороги. Разгоняется быстрее БМВ. Ну должна. Ты... Офигеть. Она у тебя трамплины проглатывает. Ой. Да нет, она у меня Паша, летает. Паша, как он фига летает туда? Ты чё? Чуть попрыгни улетели. Аккуратно. Так, я пассажиром еще не катался. Газуем. Газуем. Я рекомендую, давай. Нормально. Ну, давай. Синяя. Не газуй так сильно только. Так, синяя. Переворачивайся. Долетит или не долетит? Вопрос. Тихо. Нормально. Слушай, я тут бургеров поел перед роликом. Машина не слишком тяжелая будет из-за меня. Да ладно. Ай. Ну вообще на изи, чувак. Я могу без машины долететь. Получается, у Паши 7 баллов, семерка. Реально. Ой. А я же говорил, Тесла доедет. Да, но с третьей попытки все равно. Дальше ждем Фейсина и переходим к следующей битве. Итак, новый раунд, новая битва. Кому повезет больше? Так, кому танк выпадет, тебе все-таки или мне? Алиса, я надеюсь тебе. Назови Фейсина число от 1 до 10. Так, Алиса, называй число. Давай, дрын-дын-пык по номерам 5. Выпало число 1. Один! Ламборгини! Я на нее делал ставку, что надо ей до конца! Ладно, второе число, Алиса, давай! Не подведи, Мерседес! А ну-ка! Назови число от 1 до 9! Так, Алиса, называй число, давай! Кого? 4! Выпало число 3! 3! Нет! 1, 2, 3! Что? Да! Ладно. Ну, слушай, если мне память не изменяет, я заработал баллов больше, чем ты, потому не страшно потратить их. Раз. Давай. Два, три. Опа. Перегородил дорогу. Моя тактика поменять тебе колеса. Сюда иди. Ладно, первая яма. Я жду, пока ты упадешь в оранжевую дырку. Я не упаду. Это Бентли ультратанк. Опа. О, не падаю. Боже, ой. Здорово! Ты что? Пендюрился!
но не улетел. Повезло, повезло. Какой так, аккуратней. Вопрос. Смотри, 3 балла есть. 4-й балл. Это не 4-й. Нет, 3-й. Это балл. Только 3-й. 3-й. Давай, оба. Ой, хорошо. А ты что, не можешь долететь? У меня низкая лампа просто. Я думал, Бета Бентли улетит на 2-й-3-й яме. Но она держится, смотрите. Разгон. Ну ладно, разгон. 4 балла заработает. Я перелечу и эту яму. Голубая яма на изи. Вперед! Давай. Да, ну! Нет! Капелюську не хватило. Ну, блинский, 4 балла. Ладно, 4. Оставляем 4. Так, а Паша у нас где там? А у меня 6 баллов ровно. 6! Ну, 6. Ну, да, 6. Ну, 7, как? Если Тесла сегодня победит опять, не заработала баллов. Эй, ладно. Еще есть тачки в пороховнице. Что сказал, не понял. Еще есть у тачек порох в пороховнице. О, сказал нормально. Давай, порох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Алиса, выбери Паше число. Давай, самое медленное. Итак, от 1 до 8. Так, Алиса, называй число. Я хочу Роллс-Ройс. Число 5. 5! Нет! 1, 2, 3, 4, 5. Я думал, там Мерседес Фрэнклби! Мистер Глис! Подожди! Вот эта тачка! Я на нее видел ставку, что 7 баллов заработает. Давай проверим. Алиса, давай. Называй мне Мерин, черный Мерин. Бананы хочу. Итак, от 1 до 7. Если ты хочешь банан, сходи в магазин и купи. Эй! Так, ну-ка. 4. 7. Нет, какой 7? Мне не нужно 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но, кстати, я... Он реально как будто читерский. Он очень резкий, он очень быстрый. Чуваки! Я хотел этот Роллс-Ройс. Это моя машина. Это теперь фраза будет в каждом ролике. Моя. Давай, готов? Готов. 1, 2, 3, погнали. Чего? Быстрый. Ты видел? Стартанул как, смотри, 1, 2, 3, оба. Оп. Нормально, красиво. Давай, стартуй, я надеюсь, ты упадешь. Давай. Опа, ой. Я это на луну полетел. Я перевернулся. Оп, это хорошо, это нормально. Почему у меня салон такой ядерно-мятный какой-то? Мятный. Ну, он такой в жизни. Так, у кого? Чуваки! Пишите в комментариях, кто знал, чья это тачка. Роллс-Ройс на хайпе. Ладно, давай, мистер Быс. Я догоняю, самый популярный блогер в мире. Я думал, ты не долетел. Ладно, я беру разгон, не буду рисковать. 3, 2, 1. Вперед! Давай. У меня есть тачка. У меня этот Роллс-Ройс на свалку отправится скоро. Так, синяя. Нет, Паша. Тачка не сработала. Давай. Чуваки, семерку делаем. Семерку не делаем. Вверх, ну летим к ракета. Ты не долетаешь. А ты чё? Нет, а ты писька. Писька, блин. Сам ты писька. Ты писька, прилиписька. Нет, привязался ко мне, смотрите. Только 6 баллов только. Ладно, но смотри, кстати, это первый раунд, мы долетаем наравне. И шестерка у тебя, и у меня. Хорошо, чуваки. 6 баллов считаем, запоминаем. Оба, и на BMW заезжаем. А теперь, чуваки, у нас осталось ровно 6 машин. И смотри, стоят по парочкам. Тут парочка. Ага. 1, 2, 3. 3 BMW, 2 Mercedes и 1 Honda. Так. Давай, выбирай. Я предсказываю, что мне достанется. BMW, а тебе Honda. Алиса, назови ему число первому. От 1 до 6. Так, Алиса, набирай ко мне Mercedes. Чего выбирай? 5. Да, 5. 1, 2, 3, 4, 5. BMW опять. Вот 25. Ладно. Только не Хонду, Алиса, только не Хонду. О, Мерседес, 4. Так, Honda. Заклинаю тебя на 4. 4, говори 4. Скажешь 4. 4 скажешь, пирожок получишь. Нет, не говори 4. Итак, Алиса, числом от 1 до 5. Так, Алиса, давай, число. Ну? Выпало число 3. Нет, это было близко. 4, это трудно так сказать. Эдри Супербол. 1, 2, 3, 4. О, 3. 3 у меня. Ну смотри, BMW M5 против BMW M8 получается, да? У меня новее, у меня лучше. Ладно, новее. Тут главное не новость, а главное скорость. Готов? Драк, давай, драк, готов. Драк рейсинг. 1, 2, 3, погнали. О, что? Какая фигня? Пока. Я не понял. А максималка. Паша, я на хвосте. Ай-яй-яй.
Я улетел! Я тоже сзади! Ой! Нормально! Я потерялся, бампер! Какой? Куда? Ой! Бампер реально потерял! Ну ладно! Ладно, ничего страшного! Это облегчение! Как вы поняли, облегчение помогает дальше летать на машине! Оп! А вон бампер мой! Не хочешь себе его примерить? Не хочу, спасибо! Давай! Раз, два, три! Погнали! Кривая! Это не BMW уже, это мусорный ящик какой-то! Нет! Меня перекувыркивает! Нормально! Я нормально летаю! Аккуратно! Перекувыркивает! Тихо! Нормально, нормально! Я! Куда? А может, семерка будет? Семерка! Я надеюсь, семерка! Я тебя пустыню летаю! Тормози! Машина! Нет! Паша! Пока! Паша! Я паком, как на рельсах ехал! Это самый худший результат! Нет! Ты первый с конца! Капец, он полетел! Чуваки! Требую! Перезаезд! Там было реально все нечестно! Итак, чуваки, небольшой перезаезд у меня! Ну вот реально, вы же видели, это же нельзя засчитать. Да, все у меня правильно. Так, аккуратно, аккуратно. Так, смотри, вот после этой, капец, оно у меня криво, оно едет криво даже. У меня 7 баллов, сможешь ли ты победить? Да, да, вообще легко, смотри, она у меня настолько быстро, что даже богом хотела лететь. Вот. Ну! Ну и чё, как? Какого фига? Скажите мне, BMW M5 KS Level не долетела, а это перелетела! Я не понимаю, что? Что? Это неправильная какая-то BMW у тебя! Да! Нет! Она правильная, просто я ее облегчил! Вот смотри, 7 баллов! А вот эта бэка... Почему заработала 5 баллов? Это фейк, значит. Это фейк, это просто наклейка, значит, на машине. Вот это настоящая BMW. Ну что ж, семерка первая, есть. Переходим к нашему полуфиналу. И смотри, что я заметил. У нас чисто тачки на правой стороне, а слева нету ни одной. Паша, тебе нужно слева остановиться. Ой, я не хочу слева. Назови число, Паша, для Алисы. Итак, Паша, назови число. Что? Алисе от 1 до 4. Выпало число 3. 1. Один! Давай! В смысле? Что это за BMW у тебя выпало? Какого-то блогера? Моя BMW! Твоя BMW, это твоя машина! Алиса, давай! Моя машина! Мерс! Хочу Мерс! Тройку посередине! Итак, от 1 до 3! Так, Алиса, назови число, давай! Сейчас найдем! Кого найдем? Да ё-моё, неправильно понимает меня! Так, еще раз, Алиса, давай, число! От 1 до 3! Так, Алиса, называй число ему! Давай! 1! Число 3! Почему? Моя машина, что ты радуешься? Нет. Моя машина и твоя машина. Твоя машина, моя машина. Ладно, у меня... А что она переднеприводная не едет? Так, давай, раз. Заряженная пушка не стреляет. 2, 3, погнали. Давай, я тебя пропускаю. Спасибо, ты меня даже никогда не догонишь. До свидания. Ой, не догоню. У меня тут мультики всякие есть на экранчике. Лучше не буду отвлекаться от дороги. Стой! А почему я, а не он? Потому что я лечу в Египет, а ты нет. Эй, в какой Египет? Ты в Египет в Дубай летишь. Так, чуваки, смотрите, разворот. А ну-ка. Смотри, я свою прошлую машину, я помял, побил, бампер скинул, она долетела. Это долетит тоже. Ты что там, ГПП? Шлагбаум. На Изе. Твой шлагбаум. Олимпийские игры. Прыжок через тарзанку. Ой. Ты чупарашка, ты чуть меня не сбил, блин. Так а что ты встал посреди дороги? А что мне надо было, лететь задом, что ли, прыгать? Ну 3, да, попой. 2, 1, раз, го! А куда он улетел? Перелетел? Я туда. Ну, а как? Почему Хонда долет... Подожди, она долетит до конца, интересно? Заряженная, закись азота есть. Да, закись азота. Подожди, да ладно. Семерка, смотри, Хонда. Это мне нравится. В смысле? Как? Ой, а у меня даже мотора не... Аня, мотор есть. Паша, долетел! Паша, почему? Хонда долетает, а BMW не долетала до сюда. Топ-10 неожиданных моментов, понимаешь? Да, чуваки, спасибо Алисе, что она выбрала машину эту. Как? У меня сейчас реально мозг сломался. Что сегодня за рекордсмены? Вообще нелогично. И битва двух Мерседесов. Ну, чуваки... Спортивный Мерседес против внедорожного. Хочу Мерседес. Ладно, это я. А я хочу банан. Алиса, число. Это мой банан. От 1 до 2. Так, Алиса, давай. Выбери число 2. Я уже сел в эту машину. Не надо. 2. За что тебя?
Кстати, это не этот банан. Какой банан? В смысле не банан? Тут люка нет. Чего нет? Люка? Люка нету! Реально люка нет! О, фейковый! Фейк! Все понятно, разоблачение снимаем! Это не тот банан! Давай! Давай, банан! Поехали, я помидор! Давай, погнали! Я поехал! Оп! Чуваки! Да какой это арбуз? Подталкиваю! Я зеленый арбуз и салон красный, смотри! Я арбуз! Арбуз против банана, чуваки! Ой! Страшно! Опа! Давай! Паша! А прикинь, семерка будет! У меня перелеты забарлеты! Иду на таран! Помогу тебе! Что? Паша! Я остановился из-за тебя! А я веревкой воспользовался! Веревка фигова! Это перезаезд! По второму кругу катаемся! Это нормально, чуваки? Опа! Давай! Это нормально! Вот смотри! Сейчас долечу нормально! Опа! Вот так! Паша! Да нет! Серьезно, гелик, ты же все колеса! А заработал 4 балла. Это теперь гелик. Стой, меня подожди. Я делал ставку еще в самом начале ролика, чуваки, что тачка Бамблби доедет. Ой, Бамблби. Не Бамблби, да, Трансформер. Короче, Мерседес доедет. 9, давай. Страшно, вырубай. Нормально. Тихо, газуем. А может и не доедет, до бустеров не долетит. Ой, не доедет. Доедет. Давай. Чего? Фигня какая-то. Покинул корабль. Куда ты покинул-то? Это фейк, она без люк. Это не настоящая машина, чуваки, мы поняли. Я говорил, это машина Бамблби. Это да, тачка Бамблби, короче, это теперь. Чуваки, получается, у Паши 6. У меня 4. Ну, слушай, мощная, на месте газует. Осталось только, чуваки, посмотреть. Ой, какие тачки сегодня рекордсмены. Офигеть, кто-нибудь написал эти машины в комментариях сегодня? А, признавайтесь. Я тесту писал. Ну, а мы считаем баллы и узнаем победителя. Я посчитал, Паша посчитал. Давай, ты первый был. Говори. 49. Нет, 45. У меня 45. Почему настолько? Настолько большой отрыв, чуваки. Потому что. Ну, а на этом видос подходит к концу. Кому ролик понравился, поддержите его лайкосом. Ну и, чуваки, пишите в комментариях ваших любимых тогда автоблогеров. Ну, не просто блогеров с крутыми тачками. Ну, а с вами был Джейл Блейзин. Ссылка на Пашу будет также в описании. Всем удачи, всем покедова! Всем покедова!